помоги батя разобраться. Ты умный, все видишь, все знаешь. Правильно, батя. А вас на батя, ты гарсома. Я пришел. Стой. Это Амангильды. Борец, охотник. Человек бедный, но среди диких людей авторитет. Киргизы, царь и царица, ваши отец и мать. Кто бы из вас отказался защищать хозяйство своего отца, если бы на него напали враги? Вот и царь, батюшка, зовет детей своих защищать хозяйство свое. Конечно. Какое хозяйство без защиты? Это земля без дождя. Ветер подует и все унесет. Призвал он старших детей, русских. И те с радостью кладут головы свои. Пусть же вся молодежь от 19 до 31 года, как один человек, как одна душа, как одно сильное что-то. Это они восторг своей земля и все паштеты. Еще, не шумите! Это будет плохо. Благодарю вас, киргиз. Да скажи мне, государь-император, иди работать, иди защищать свое хозяйство. И я бы с радостью взял лопату и пошел брыть окоп. Но, киргизы, не забывайте, я так же легко могу взять вас силой, как я беру эту фуражку. Позвольте вас спросить, почтенный человек, вокруг чего мы будем рыть окопы? Прошу вас, ваше превосходительство. Вокруг вашего хозяйства. Хозяйство. Вот он какой губернатор. Они вот на степь. Они угнали нас по ланчаки. А теперь говорят, иди, Амангильды, прощай, степь. Да, ты прав, батя. Они вот нали нас скот, а теперь говорят, иди, Серик, защищай наш скот. Они сжали нас, как фуражка свою губернатору. А теперь говорят, ступай, защищай эту фуражку. Нет у меня для тебя защиты, губернатор. Вот я зачем пришел. Взять этого конокрада. Ой, батя! Я скоро вернусь. Прощай! Прощай, папа!
пойди, еще в одном арестанте распишешься. Да посматривай за ним. Политический. Да и с этим-то замаялся. Не ест, не пьет, только буркало пялит. Егор Пономарев. На, ешь. Ну, черт, не маканый. Давай, давай. На, дядя, ешь. Давай, давай. Трогай! Трогай дядя на свою голову. Деньги воровал? Нет. Из-за бабы. Ну вот мы и встретились с тобой, Мандельдей. Откуда ты меня знаешь? Да уж знаю. Мы с тобой давно уже друзья, Батор. Нас не сегодня с тобой связали. Нас, брат, давно связали. И не веревками этими, а жизнью тяжелой, подневольной. Слушай меня, Батор. Слушай. Страшники дремлют. Ни одному казахскому народу тяжело живется. Русскому, рабочему и мужику тоже не легче. А с тобой не только жизнь тяжелая, подневольная, а и враг один, тоже общий. И тебя возьмут на войну. Всех, всех убьют. Ты у меня, ты за Мангельда, нет ни работы, ни мысли. Надо спасать там Мангельда. Как спасать? Палом как? Начали мы, солдаты, понимать, что нет ни у кого справедливости, кроме как
партии большевиков, кроме как у товарища Ленина. Вижу, Ленин большой батюшка. А где он теперь? Есть такая горная страна, Швейцария. Красивая страна. Вроде вашей. И туда Ленин скрылся. Зачем ему в Швейцарию? К нам степ надо было приехать. Я его так и камыши посадил бы, никаким полицейским не найти. Сильный человек Ленин. Все ломает. И губернатор, и царя сломает. Одень его, проводи куда хочешь, хоть в Оренбург. Отдай свои сапоги. Мои сапоги? Мои хорошие сапоги? Отдай, отдай. Речь умного человека Ленина, скажи, казахский народ поднялся против царя. Верно, для мужика земля это жизнь. А раз ты помогаешь, ведешь его, мужик тебя не выдаст. Верно. Ну, прощай, Жагор. Будь здоров. Лет запишем Тостемиру. Человек уважаемый. Скота много. Пиши 50. А сколько писать нужно Анстану? Трехжен имей. Табун лошадей. Напишем 45. Почтенный человек. Пиши 40. Почтенный, вы родились с этим арестаном в один год, а мне писали 20. Подлые у вас списки, подлые. Комрад Ради, пошли вон. Зачем народу ходить? Не беспокоиться. Лучше мы тебя выбросим. Отдай сюда списки. Чего? Чего, чего? Отдай, говорят. Thank you.
я вас. Хорошо вам это? Этой позорной смертью будет наказан тургайский бунтовщик Аман Гелды Иманов, равно как и все, кто пошел с ним. Казахский народ, депутаты от властей, аксакалы, почтенные люди говорят себе: бросай оружие, не слушай Аман Гелды, а тех прекрасно. Прекрасно написано. Заказ Назарович. Очень хорошо. Этим воззванием, ваше превосходительство, он убит. Его сообщники побегут от него. И казахский народ вновь обретет мир и благоденствие под скипетром российского престола. Хорошо. Очень хорошо, ласково написано. Но надо добавить. Выдать немедленно Аман Гелды. Благодарю вас, я сам. Если надо за его голову деньги, я первым же это выю 175 рублей. Я здесь первым записал за голову Аман Гелды. 215 рублей. В дальнейшем выражении больше ничего. Ваше воззвание я одобряю. Мы любим казахский народ. Белый царь любит своих детей. И мы готовы помочь вам, господа, с тем, чтобы вы могли в кратчайший срок восстановить былое повиновение. Ваше здоровье, господа. Ну, знаете, это просто спектакль. Так вот как у вас, дорогой Иосиф Петрович. Так и у вас в Петрограде, дорогой Григорий Максимович, чуть-чуть лучше. Армии с фронта текут, министры на заводах. Да. Какое положение ты поставил меня перед губернатором? Ведь я же первый предложил деньги за голову Аман Гелды. Неправда. Я давно записал. 215 рублей, больше чего, а он хочет получить еще одну медаль. Я уже говорил вам, что восставшие киргизы направляются на Тургай. Да-да. Туда же мы направим и фураж. Главный овес. Григорий Максимович, примите меры, чтобы прекратить этот бунт. Осип Петрович, я приму все меры. Вот именно все. И притом самые беспощадные. А если поймаете Аман Гелды, то повесьте его и его сообщник на глазах у этого народа. Все сделают топоры и копья в этом. Thank you.
ее там сделаю. Очень хорошо. Наряжено. Ну. Сколько таких ружья делаешь в Дембеке? Три ружья. А нам надо 10 тысяч. Хочешь дать нам 10 лет с арбазой? Чтобы 10 лет над нами смеялись баи и офицеры? Нет, мы не будем больше ждать. Нас много. Мы пустим перед стада, коней, верблюдов. Сомнем офицерские ряды. Возьмем оружие. Кашивали мятежные аулы. Мужское население этих аулов поголовно ушло к Амангельде. А женщины готовы для этих разбойников пищу и одежду. Артиллерия на линии огня! Амангельды? Амангельдыға келіп тұр сендерге. Мы мирные люди. Мирные. Они нарочно аттағыз баштыры баспай. Они укрывают Амангельды. Посмотрите. Посмотрите на эти лица, ваше превосходительство. Настоящие разбойники. Да? Ну, а ведь нет. Выпороть всех поголовно. Ваше превосходительство, ваше превосходительство, Амангельда. Генерал слева, держись на мою приходу. Есть, понял? Не отступай ни на шаг.
Женщины, кто же будет готовить пиршу, батюшка? А почему женщины оружие? А разве женщины не могут стрелять? Арбазы! У нас есть пушки! У нас есть ружья! Пуля каждого ружья лежит смерть! Смерть боем! Смерть губернатору! Смерть всем офицерам! Порайте на другие сарбазы! Мулу! Мулу с Кораном вперед! Какой там? Они Мулу и Коран рубят! Главное, это оторвать от него сарбазов, а потом мы его арестуем. Лучше ничего. Расстреляем. Да. Ну, хорошо, твое время настало. Иди. Будь осторожен. Иди. Трудящихся нашего города. Мы счастливы видеть среди нас неустрашимого борца за освобождение казахского народа от царского гнета, который нас... А ты кто такой? Я. Арасай, студент, председатель Союза торговых служб. А где Лаврентьев? Бежал. В неизвестном направлении. Выходит, что 10 тысяч моих дигитов выбросили из степи только одного человека. Мы выбросили царя и всех его слуг. У нас теперь новое правительство. А кто в этом правительстве главный? Князь Кривой. Как князь? А Ленин? Ленин? Такой фамилии в Тургае, кажись, и нет. Первый раз слышу. Еще говорят, мы царя свергли. А Ленина не знают. Совсем неграмотные люди. Сюда, батюшка, сюда. Прошу вас. Сейчас все это очистят, приведут в порядок. Это, батюшка, земля. Такой маленькой земле было бы мало народных страданий. А вот здесь Тургай. Посмотрите. Вот.
Хорошо. Ну-ка, Балом, помогай. Да как крикнул, а? Там вас, а мы где-то приехали, а ходили. Степи. Врагов много. Верно. Эти враги не опасны. Байская власть кончилась вместе с царем. Байская власть, говоришь, кончилась? Не видно что-то. Плохие люди говорят народу, почему Амангельд не распускает войско? Разве он хочет быть ханом? Времени правительства телеграмм шлет. Распускай. Бай обещает сарбазам скот и землю. Откуда такая доброта у баев? Удивительно. Что скажешь, Бал? Береги сарбазов, патр. Нельзя им остаться без тебя. Подумай о себе, патр. Скажи тебе, Гэт. На дворе батр весна. Пора просто, а то земля высохнет, опоздаешь. Народ устал, голодай. Раз нет царя, значит начнется мирная жизнь. Надо ехать домой. Все знают, почему и как распустить сарбазов. Но никто мне не сказал, как можно их удержать. Идите, сарбазы. Гибнут хозяйства. Дети плачут, как реки. Царя тебе нет? Зачем воевать? Да с кем воевать? Пора в аулы двигать. Амангельды умный. Зачем ему держать вас в городе? Я думаю о том, почему я не хочу с тем. Сарбазы мои хотят все больше и больше. Я их распущу, так они сами себя распустят. Сарбазы хотят ехать в аул, Серег. Хотят, Петр. Сарбазы меня ждут с приказом. Ждут. А как же мне ждать? А ты зачем так сильно грустишь? Какой же я батыр, если не вызову из аула джигитов, когда они мне нужны будут? Сейчас весна
Царя нет! Весна на земле! Земля ваша жизнь! Я скажу вам, сарбазы, крепко стойте на этой земле, потому что она действительно ваша! Здесь все ваши сарбазы! Когда Мангельда крикнет, враги у порога степи сарбазы, помните, куда собраться. Ура и вам, сарбазы! Берегите оружие, берегите себя, друзья мои, товарищи врагов степи сарбазы. Разобрав жалобы пострадавших и расспросив нужных свидетелей, казахский третейский суд установил, что вследствие преступных действий Амангельды Иманова в 30 властях уничтожено скота 500 000 голов, 150 тысяч юрт и зимовок, для сена 130 тысяч стогов. Для людей бездельно расстрелянных 47 человек. Кроме того, установлено, что ты, батыр, привлекал людей насильно к восстанию. А кто не хотел, у того ты сжигал юрт, угонял скот, а самих их расстреливал. Мы все этому свидетели. Все. И это ложь. Это ложь. Ложь? А брата моего, кто расстрелял? Он был шпион царя, как и ты сам. Жалко, что ты не расстрелял и тебя. А кто убил правителя нашей волости? Он продавал царю наш народ. Суду ясно. Мы уверены, что ты, как глава восстания, накопил кое-что. В денежном выражении. Угу. А потому третейский суд постановляет, пусть Амангельду уплатит кун плату за жизнь расстрелянных особо почетных людей. Пусть он выплатит 720 тысяч рублей, в денежном выражении, больше ничего. Меня! Меня называете грабителями! Я царские кандалы порвал, а теперь вы меня хотите связать этой бумагой? Эх, вы!
правды искать. За правды подскажу в Оренбург, или нет в Оренбург правды. Питер, как подскажу, я не скажу. Почему еще мало правды в Тургайской области, батер Гей? Приехал русский, закрылся купе и спит. Какой русский? С бородой. С бородой? Вот с такой бородой. Не знаю такого. Ведь это Ленин. Вот. Мы будем быть без сапог, сир. Мои сапоги. Помнишь, велели меня отдать. Джагур! Джагур! Он самый Джагур. Смотри, борода какая. Сирив. Веди меня, Петроград, и поставь меня перед Ленином, и ему скажи, вот Амангельдебатр убил орла с двумя головами Тургайской области. А теперь ему говорят, и вор, и конократ, и мошенник. Пусть Ленин скажет меня. И правда, а могли ты действительно убил орла с двумя головами? Да ты не горячись. Ленин уже сказал тебе это. Когда? Да совсем недавно. Да ведь ты же с ним говорил, Амангельды. Сири, сапожки-то пригодились. По праздничкам одевай. Я с ним говорил? Ну да, говорил. Ведь ты говорил бедно. Уходите в советы. Говорил и вводил их в советы. А это и есть и слова, и поступки Ленина. Вот ты говорил, что земля принадлежит народу. Ведь говорил. Говорил, что войну, богачей, паев, офицеров надо уничтожить. Говорит? Ну так и правильно. Так ты же его слова говорил, батер. А откуда у тебя его слова взяли? А? Откуда, если б ты с ним не встречался? Совсем Амангельд умный стал. Очень умный человек. Но вот только Ленин мне не сказал, а что же дальше делать в Тургае, батер Амангельд? И это он тебе сказал. Нужно советскую власть делать. Верно. Значит, бой надо делать. Выходит так. Выходит, сарбазы собирать надо. Ее родители обижаются. Свадьба, говорят, почему не делать. Свадьба надо, Балу? Надо, батя. Свадьба? А это здорово придумано. Ну, приглашай на свадьбу. Сирик, все собрались. Почти все, батр. Пикет,
Огур! Аман, товар! Аман, аман. А это что? Добился. Дело. Смотри, смотри. А это где? Затвор когда? Хазер. Завода. Молодец. Ты как думал, а? Ну, Мангель, ты. Смотри. Вот винтовка. Хорошую винтовку сковал. И вовремя сковал. Арбат. Я не сказал. Мир надо, войны не надо, землю надо народу, а смерть ему не надо. Рабочий солдат взял в руки слова Ленина и вышел на улицу. Рабочим рассветит, пастухам, казахам рассветит, плохим людям светит, баям светит. Правильно говорит Иван. Постой, Иван, постой. Он у нас большевик. А кто такие большевики? Умные люди, смелые люди, справедливые люди. Всегда за народ воюющие люди, за нас воюющие люди. И советы должны быть наши, без этих гадов, алашардинцев, наши, большевистские. Правильно. Когда так близко от нас наши друзья лошардинцы. Отдых от этой дурацкой войны наконец. Так, господа, последний переход. Мы, лошардинцы, левые люди, пришли к советской власти честно. Мы говорим не красные слова, когда заверяем наш совет, что будем защищать Торгай. Но защищая всеми силами советскую власть в Торгае, мы будем защищать нашу казахскую жизнь. Правильно. И поэтому говорим, нет нужды послать казахов на фронт для защиты русских. Правильно. Как это предлагает товарищ Амангельды Иманов. Пускай казахи живут мирно. Правильно. Правильно. А вы желаете казахам мира? Да. Нам надо строить жизнь нашу. Казахскую. Пускай русские воюют с русскими. Да, конечно. А зачем вы ведете переговор с русскими? Какие переговоры? Переговор с казахом. Правильно, Ваня. Правильно. Вот, клевета. Где доказательства? Неправда, больше ничего. Вы изъявили желание служить советом.
Ты Торгайским советом изъявил желание служить. А какое нам дело до прошлых советов и до русских большевиков? Если на фронтах побеждают большевики, значит побеждают казахи. Если поражают большевиков, значит поражают казахов. Верно! Судьба большевиков, наша судьба. Твоя. И моя. Враги в нашем доме, сарбазы. Они ездят в наши ряды. Проверяются советы. Враги ведут сюда Колчака. А лошадь развивает нашу дружбу. Правильно. Дружбу пролетариев, дружбу народов, дружбу казаков и русских. Правильно. Как военный комиссар Торгая, я предлагаю у лошадинцев выполнить мой приказ и выступить на фронт. Аллах велик. Из песенка он делает гору, а из горы песенку. Аллах велик, пока он не умер. Серик, скачи к Жагору, скачи день и ночь. Передай, пускай идет не на север, а на юг, к самому Тургаю. Есть, брат. Имею подозрение, а лошадинцы связались с Колчаком. Пускай проверит показания пленных. Понял? Подъем в 3 часа. Патруль по городу. Мобилизованных коммунистов направят ко мне в канцелярию. Полученную телеграмму разрешите подчить к делу. Можно? Нет, только будь у меня. А телеграмму о мобилизации сарбазов разослал? Немедленно. Патруль сколько дивитов поставит? 15. Ну, будь крепок, коротай. Враги упруг степи. Чувствую это дальше. Выпустим не 15 жигитов, а всех. Пора начинать, понял? Заварить нечем. А не спишь еще? Скоро чая будет много, сахара будет много, всего будет много. Иди со мной, часто рядом будешь, папа. Все время буду с тобой рядом. Вот так. Мы с тобой по степи поедем. Тарантаси? Нет, по автомобиле поедем. Будем смотреть, какие заводы настроили народ, какие стада пасут. И хлеба растут. Коня в хлебах не видно. Ой, мы едем, едем, едем. И не старые. Зачем старые? Молодые едем. Это совсем скоро будет. Какие винтовки будет делать-то? Так я тоже хорошую винтовку сделаю. Едем в нашем месте. Я скажу, дети, смотрите, винтовка Беке такой снят. Он ковал ее сам. Он бил из этой винтовки наших врагов. Дети, целуйте эту винтовку. Дети. Патер, и нашему сыну скажем.
Беги, Балам, беги. Батыр. Приказываем сообщить, привести помощь. Амангельда послал их. Кому? Амангельда надо расстрелять. Больше ничего. Урожа мало, господа. Мои офицеры жалуются. Расстрелять Амангельды давно пора. Здравствуйте, ваше дипство. Давно пора. Да. Ну, не в этом дело, господа. Я тоже говорю, не в этом дело. И я говорил это, когда подписывал приказ о расстреле. А вы бы с ним сами поговорили. Я? Военный министр с бандитом? Планы большевиков, господа, это жизнь наших солдат. А планы у него здесь. А если это расколите, планы оттуда не вывалятся, а? Ну вот. Здравствуй, батя. Кто такой? А чем свет? Кто смел связать великого батя? Ай, бай, вот. А заработка, батр? Мы решили дать тебе полок, батр. И 500 тысяч денег. И сбрасываем те 700 тысяч, которые присудили тебе. Мы желаем сохранить тебя для казахского народа. Я уже сохранен. Кем? Народной памятью. Как живем, батр? Мы переворот совершили для того, чтобы не раздувать войны между казахами. Конечно. Иди с нами рядом, ты должен будешь сказать, о чем ты телеграфировал большевикам. И о чем они писали тебе? А это я скажу. Я писал им, что головы у лошадинцев нормальные, а мозг у них меньше наперска. Давай, 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 давай,
Спалим. Жавор близко. Поторгаем. Пора. Начинай. Сығырда томағана тұрған сұңқар Зарық әпкен қалаға бұдығын кәрі Айрата шен беріне сыймай тасы Қалқында қос бе, Генің торын жер тарабуай. Ән жер қабылы тойғы, Боз бұла кел, Байсалды Больница там! Айран? Айран, айран. На чашечку, напейся. Пожалуйста, возьми, напейся. Поэтому он приговорил бандита и грабителя Амангельды к смертной казни через расстрел. Взять! Thank you.
гарнизон, всю артиллерию. Где комендант города? Комендант! Где комендант? Сюда его! Сюда его! Пехоту! Пехоту в окопы! Ну что? Что? Как нет окопов? Как нет окопов? Ведь с той же стороны должны быть окопы! Идиоты! Мангельды. Живой он. Живой будет. Ягор, посади меня на коня. Лежи здесь. Лежи, дорогой. Лежи, милый. Стрижена. Патер,
скачет. Там впереди. Ягур! Ягур! Чья это сабля? Сверкает.